Всем привет! Очередная посылка из Китая, которая подойдет не только владельцам автомобиля, но и любителям EDC. Такой вон блистер, и это подвес для ключей. Все так серьезно заклеено. Цена небольшая, будет в описании ссылка на данный товар. Аналог венгеровской защелки. Тоже присутствует логотип компании. Ну и как бы сам держатель для ремня. Ну и вот так это выглядит на ремне, собственно. Снимается элементарно, раз и вверх. Ну и точно так же можно одеть. Для моего ремня подходит. Есть небольшой люфт еще. В общем, крепление можно сменить и как-то так пользоваться.